sammenkrympet, og jeg mærkede tydeligt kassens glatte sider, imens mit åndedræt det blev tungere og... Итак, всем привет. Первым делом на вот этот микрофон для караоке, которым можно орать, прям орать. Записал фразу. Маша! С помощью кросса вот этого пересечения и чуть-чуть смещая фазу, я сделал такие вот акценты. Мне хотелось движения какого-то в голосе. Получилась такая фраза. Дальше я начал добавлять животных разных. Муха была. Вот она тоже прям практически эту фразу говорит. И с обработками получилось. То есть тут я начал на самом деле искать обертона, которые были похожи на электронного этого Годзиллы. Так, это был слайм. Я просто взял сэмпл готовой собаки. Был милый котик, который... Не знаю, что с ним сделали, чтобы он издавал такие звуки. Так, ну это понятно, что собака была. Причем собака, она такая... Нашел специальный сэмпл, чтобы мне был как бы возмущающийся, может быть, плаксивый, чтобы придать человечности, живости. То есть голос все понятно, но у нее же есть тело. Вот нашел вкусные такие звучки. Это лопата. Лопатой кто-то что-то копал. В самом конце я добавил вот этот звучок. Это тоже слайм через трубочку, только уменьши. Кровь пьющая. Ой, забыл. Для работы с озвучиванием картины я выбрал картину известного художника. Самое сложное было создать пространство для этой картины, то есть ambient. Я взял понравившийся по пространству, но вот он как-то больше в левое ухо, чем в правое. Часто делаю так с эмбиентами. Я сделал два одинаковых канала, и на одном включил только левый канал и вынес его влево, на другом правый канал и вынес его вправо. И правый канал, который был тише, и получился такой эмбиент. Вырезал гудящую частоту. 3D запись разговора вот этого мужика. И в конце тоже 3D. 3D это, то есть записанная специальная система Ambisonic, по-моему. Спасибо за внимание.